вообще, вот сейчас голуби еще поедем. А голуби зачем? А? Голуби зачем? Голуби там нахуй, там посидим. Нихуя себе. Да нахуй, у меня уже зубов не осталось. Нихуя себе, блядь, баха. Зверь. Все здоровье пропили, проебали, блядь. Знаешь, как мне стыдно, блядь. А раньше я был на Северофлоте, блядь. А сейчас дерьмо полное, блядь. Вышел нахуй, с лагеря нахуй, я вышел с работы. Баха нахуй, пиздец. Молодец. Ну ты что-то, похоже, дела никогда не захочешь. Нет, ну, да ну нахуй. Да. Ты же бросишь? Да. Все, бросил нахуй, дед. Давай по-другому, блядь. Если завтра? Ты, если ты бросишь, то Жека тоже бросит. А. Завтра я не... Серега бросит, все бросят. Голу бросит, Паха бросит. Андрюха. Будут трезвые все нахуй. Даже рыжий трезвый будет. Да? Че, я так нормальный. Че? Ну, Вовка-то точно не бросит. Это уже точно, блядь. Это Вовка не бросит. Не, он не бросит. А дед бросит. А я бросил. Жека, что там, блядь? Деньги отбросил. Так же Паша. У меня, Паша, блядь, нет ни родни, ни. Все. Давай, в следующее воскресенье приезжаю, ты бросил, все, понял, ты дед? Ты что ты даешь? Ты что, ему там подписчики дали уже денег столько, да, дед, скажи? Я тебе знаю, сколько дам. Больше нахуй. У него еще дохуя денег, ему подписчики дают. Что, не что ли? Нихуя себе, блядь. Нихуя себе. Да, вот это да. Спасибо. О, блядь. Дать еще? Не надо. Хватит нахуй. А бульдогом говорит, там не говорит нахуй, да? Кто бросит нахуй? Бля. Мелочи надо ты тебе? Все, Жека сегодня пиздец. Жека нахуй. Спасибо. А, мелочи надо тебе? Мелочь дай ему, а ты же мелочи. Давай. Мелочи. Прячь нахуй, Жека, деньги, ты сейчас тебе, блядь, все деньги выпустят нахуй. Я тебе, блядь, не дам нахуй денег, не проси, блядь. Ну только это, сама. Пойду. Встанем нахуй, не надо. Мелочи, на. Ага. Нормально, чтоб. Ого, бодрый, я уже в разнос пошел. Хочешь? Я с детьми поругался, бля, буду. А, брат. Хотя я тебя где-то, по-моему, мы с тобой работали когда-то. Сутри, РМЗ. Пашку нажал, стало. Четвертое. На Пашку тебе. Эй, дед нормально. Ты всем деньги дали, а Пашке не дали нахуй. Что, ой, голуби дали. Бульдог, на, передай голуби деньги. Голуби, передай деньги. Голуби дай. Да. Паха довольный нахуй. Голубь, бери полтинник. А ебал ты, блядь. Давай, куда ты столько налил? Вон, ты же ебанешься. Чего, блядь? Дай его Сереге, он знает код. Там без кода можно снимать. Без кода можно снимать. Просто прикасаешься в магазине, покупаешь. Там без кода снимаешь. Я не знаю. Дай голуби денег. Я понял. Я не знаю. Они говорят, то, что, блядь. Как можно без кода снимать? Это как? Прикасаешься просто, да и все. Чем? Пальцем или хреном? Или чем, блядь? Хреном, да, прикасаешься, нахрен. Че нахуй сказать? Ну, сегодня аттракцион щедрости. Карточка, блядь. А где код? Просто подходишь так, да. Прикасаешься и все. Да куда подходить-то? Магазин? На кассу, или... на кассу, да. И да. Че? Я откуда знаю, нахрен? Дай рыжему, он знает все, нахрен. Да. Рыжему, ну, давай. Дай, а то он все пропьет, блядь. Нет, блядь, голубь, да блядь. Голубь, бери деньги. Ты мне дай карточку, я посмотрю. Ну дай посмотрю. Чтоб не видели. Да я хуй его знаю, что не знаю. Блядь, спроси, я тебе ответил. Да шутит он, верни, блядь, куда ты пойдешь с карточкой. Ты мне код скажи, нахуй. Там не надо нихуя, там просто прилаживаю, да и все, блядь. Я тебе перечислять деньги буду. Паха, Паха, объясни. Что там надо делать? Ты, блядь, просто подходишь, дай пожрать посмотрю. Надо, блядь. Вон деду дай. Хохол. Дед. Хохол. Дай посмотрю. На это карточка золотая, блядь. Короче, подходишь, блядь, это. Дай посмотрю. Кассе, короче, блядь. Ну, так, и берешь вот это, так. Блядь. Пожрать, блядь. Ладно, а, короче, выбить. Я пошел. По клавишам. А я код-то не знаю, нахуй. Как я его знаю, нахуй. Да, блядь, не надо там. А там у тебя все есть? Понял? Пин-кода, блядь. Ты дурак, что ли? Рыжий там тебе все спрятал. Я откуда знаю? Пинка деньги есть? Привет, блядь, ну нахуй я пошел, блядь. Давай, дед, деда проводи нахуй. Деда, пошли. Сейчас пешком пойдем. Конечно. Пошел, пошел ты нахуй. Вы, я сам, пока. Сам пошел, нахуй, поедем нахуй. Карточку прибери, в карман потеряешь, блядь.
Сейчас ты уснешь, блядь. Че там? Я просто булочку. Да. Я бабло буду забрасывать, блядь. Ты бери просто пожрать хуять, блядь. Не, подожди, а если там код, блядь. Не надо код, до 1000 не надо. Не надо. До 1000, если больше 1000 будешь, да. Так код. Меньше 1000 бери, там два пузырька бери водочки дешевой и пожрать до 1000. Нахуй я поесть нахуй. Но поесть, конечно, ты же за ум взялся, да? Давай. Поесть нахуй. Пока. Там бабла, дохуя. Подожди, попозже пойдем. Кушать не, он за ум возьмется. Сейчас возьмем нахуй. И че? Обалдеть нам. Ну, как-то вот так. А вы там встанем, нет? Нахуй. Не знаю. Друга, разберешься потом. Нет, утром встанешь трезвый, только трезвый. Да. Пьяный нихуя не разберешься, понял? Там положил в карту. Все, купишь все, блядь. Только до 1000. После 1000 надо будет код. Я бессмертный. До 1000 покупаешь в любом магазине до 1000. Давай в любом магазине до 1000. Брюху береги у меня. О, блядь, слово давай. Пашка, кто там? Где? Леха! Любая... Леха! Паха, слово нахуй. Мужика давай! Андрюху береги у меня! А че? Он Паша! Эй, водка на нахуй! А! Паху война была, блядь, он братан! Этот, я на северном, блядь! Че, вот этот в Москве, блядь! Пашка! Этот на Тихом! Пашка, ты че, в Чечне служил? На Ким сколько спирлось? Где служил ты? Губернатор, блядь, помер! Да. Червлёна, узловой. А часть ты какая хоть, скажи? Нет, не скажу. Не скажу. Паха, а ты за что, блядь, нахуй ты бомжуешь? Ты же, блядь, не бомжевал, нахуй ты бомжуешь? Паха, а если бы код нахуй? Не надо кода, блядь, деньги не снимешь с него, продукт, рассчитывать за продукты можешь. За продукты? Я потому что... Только банкомат не вставляй, банкомат знаешь, что он тебя заблокирует. С Андрюхой разберетесь нахуй, Андрюха подскажете. Вот, да. О, Леха, Паха, блядь. И Паха нахуй, блядь. А было когда-то, блядь. Пашка нахуй, что блядь. Андрюха, мы с ним, блядь, пятером нахуй. Как? Сука, отмотали нахуй. Ты сказал 2,5, хули пиздишь? Я его. И замерзли. Не могу вылезти. А вот тут другого Андрюху. Он знает, вообще прекрасно пахнет. Че, дед, пошел, что ли? У тебя сейчас денег есть, пешком дойдешь, блядь. Там водка есть, ну. А, отмотали. Все, ладно, понял, дед. Понял. На одном бараке не знаю. Секреты есть там поштучно же? Тихо, перестань, а. Все, хватит. Иваныч. Че вы ноете, сука? Сопли, блядь. Да я не ною. Да. Все, все, все. Пошел ты нахуй. Куда? Ребята, хватит. Блядь. Не надо позвонить. Больше не буду. Не надо, не надо. Я знаю, что я не матерюсь. Лыжик, Лыжик, обними хоть бульдога на прощание, блядь. Да он помоги ему, наебну да и все. Наеби его слегка. Тут. Не трогай ты парня нахуй. Ах, братан. Не прощаемся. Мы с тобой вообще нахуй. Да нихуя не прощаемся. Ты что на то? С меня Игореха не снимает. А что он? Ты пока целуешься с бульдогом, он тебе в жопу там пук-пук. Да он... Ну, заступается за друга. Малорик, Тихо, не пищу. Жека пристраивается там уже. О, Жека, Жека пьян опять начал. То к деду пристраивался, то к бульдогу, то к рыжику. Можно один. Бульдог, молодец, сел, да? Лучше сел. Я баха, блядь, на самом деле, да. Я живу иду. А пиран нахуй. Кстати, карточку не потеряй. А пиран нахуй мне, блядь, сука. Чупун, да, на крыле, 22 нахуй. Пошел? Вот, давай, дед, до воскресенья, в воскресенье жди меня. Жень, так сейчас я, видишь, пока я не могу сейчас. А, там подожди. Жень, я вот такой у тебя. Подожди. Жень, я вот такой. Че, дед, будем кодироваться на следующие выходные? Пока, подожди. Деда, давай. Там любимая вообще. Дай короче, это самое, знаешь, говори. Рыжему, нахуй. Вовке. С Антоном, нахуй. Вовки. Им пиздец там. Вы он это сама. Спасибо, рыжему, с Антона, привет, передал. А от бульдога нахуй. Да, передал, передал. Да пускай там рыжему нахуй. И этому. И Антону. Голубь, как дела? Мужикам нахуй. Привет, передавай нахуй. Всем нахуй. Все отлично. Пошел ты нахуй. Голубь. Голубь, пошел ты нахуй, блядь. Слышал? Че, все, допили вы? Ребята, пошел, водочки еще принесу. А, сейчас водку принесу вам.
Ох, ребята, блядь. Дед говорит, не надо, блядь, оставь. Не, тебя пошли за водочки. Ребяточки, пошел, он взял пузырек. Сейчас, ребята, еще немножко, и все, поедет домой. Сейчас сегодня как-то это... Очень шумно это все, так все много, все так это. Да, поедем. Дед. Поехали. Сейчас. Чего, дед поехал. Орлы, ну что, наплясались? Ребят, серия будет пляски, это будет потом. Это будет бонус. Как они пляшут, надо. Даже Серега плясал, надо. Да, Серега? Да, молодец. Дед, куда деньги опять достаешь, блядь? Жека. Спрячь их в одно место, все. Ставки это патефон, нахуй. Нет, нельзя, блядь, все, потенциали, хватит. Хоть, блядь, послушай. Я его на прокат взял, блядь. А? На прокат. Даже ребята голубь себе костями потрёс, да? Пошел? Давай, с праздником каким? С Троицей. Троица. А сегодня, по-моему, Троица. Да. Троица вчера была. Рыжий, прощайся с дедом. Родительская. Да. Там. Да. Давай, Бульдога, целуй, обнимай нахуй, носик, носик. Давайте, ребята. Носики. Где носики? Носики. Вот так, носики. Вот это все, и домой. Носик. А там не поймут нахуй. Да нет, блядь, это хуйня. На всех поймут. Смотри, как мужики уезжают. Вообще. Пока. Все, мы пошли, Бульдог. Что там делать с губой-то? Улица. А что, где у вас выпивка-то? Есть? Вон пузырь стоит, блядь. Я вон два пузыря принес. Да я знаю, нахуй. Там в пакете где-то, посмотри, в пакете где-то. Пожрать. А друга, что пожрать там возьмешь, я тебе на карточку буду переслать бабло. Слышишь? А он забудет, он постоянно теряет. Я круче, я вас мутал, поесть. Поесть, нахуй, что-то. За ум только возьмись. Хули это, блядь, сухари, что ли, нахуй, шерек. Слышь, нахуй. Только за ум и возьмись. Да. Все хорошо. Да. Нормально да, все будет. Вот. Да вам деньги есть сейчас, деньги за ум возьмите. Слово даешь мне? Бухло вам в пакете есть у вас. Бухло, заставь в пакете, что ты? Ты будешь сейчас вместе. И вон под стулом у тебя лежит еще пьянка, бутылка. Все, ты не видишь, что ли, блядь? Все. Под стулом. Они нихуя не... Да не похуй, блядь. Не пойдет. Выйди сюда, бороду свою. А сейчас не его. Ломай его. Тук-тук-тук. А, Вовка вот так только может. Вовка только так может. А сейчас от него. Да ничего. Вон пузырь еще. Вовка, подними пузырь, блядь, под стулом. Блядь, точно. Не, пустой. А где у вас что-то? Я два пузыря пытался. Я хуй его знаю, блядь. А дед, наверное, забрал, блядь, ушел. Там есть один? Один вон лежит. Где? Да это пустые. Не, вон у тебя пузырь лежит, что не видишь, вот, вот. Где? Вот прям в пакете, блядь. Вот это. Вот. Вот. Что это такое? Это водка, что это? Лимонад. Лимонад. Да. Что да, это, да? Его, да. Сейчас я понюхаю. А! Чуть-чуть вода его. Вон туда. Ты что, вон вода, что ли? Вон туда, вон туда. Ты думал, вода, что ли? Приватизировал. Ну все, давайте. Давайте. Говори всем пока. Мы поехали. Да, голубь, в следующее воскресенье мы приедем к тебе. Кто меня видит? Всем привет. Всем привет. Кто не видит? Кто тоже привет. Привет. Все равно привет. Бульдог, ну давай, Паха. Все нормально? Все ништяк. Давай, Паха. Давай, в следующее воскресенье приеду. Паха, ты знаешь? А ты куда поехал ты? Ништяк из России. Я-то их трубом повез. О, не трубом, бомболюк. Женька, ну хватит, ну что ты? Все, поехали. Все, Серега, мы уехали. Давай. Серега, задумаешь закодироваться нахуй, закодирую, если хочешь. Я попробую. Давай не попробуй, если не будешь, так не будешь, тогда не пизди. А то пиздишь, блядь, я бы закодировал, я помог бы тебе. И документы, если ты только закодирую тебя нахуй. Да. И спить не будешь, я помогу. Нет? Все, значит, петь дальше. Буду привезти бухло. Все. Да. Пальцы кверху, всем спасибо, да? До свидания. Подумай. За, это, за это лето я хочу. Подумай, я приеду в воскресенье. Подумай, тебе есть. Поможешь, я тебе говорю. Всю жизнь молиться. Да не надо мне молиться, если ты надумаешь башкой своей. Скажешь мне в воскресенье приеду, я тебе помогу. Если ты будешь только просишь пить, заходируешь. Ну, все? Я подумаю, и ты подумай, да. Пожрать вам там, пожрите. Все, мы поехали. Бульдог! Ты куда поехал? Ты пацанов забросаешь? Я тоже поехал, с вами нахуй. Я куда? Я-то их высажу и все, и домой поехал. Ты куда поехал?
Ты с пацанами оставайся, ты что, блядь? А, короче, не дупляет, нихуя. Забирай, Голуб, забирай его нахуй. Не дупляет, не дупляет. Не ему, блядь. Голуб, что он не понимает нихуя, блядь? Паха, забирай его, куда он? Куда ты, блядь? Я рыжего поехал, он к сестре повез его, рыжий так к сестре живет. Так он, блядь, к сестре поехал, он рыжий-то. Андрей! Да! Да, уже. А ты что, блядь, мужиков-то, блядь, ебнулся, что ли? Андрей! Включись нормально, ебаю, блядь! Включись! Дай мне ее! С этим, как с Германии, блядь! Правильно, нахуй его! Давай, блядь! Винду перезагрузи ему! Перезагрузи ему, нахуй, винду, блядь! Потом, блядь! Все, остановись, блядь! Перезагрузи его, нахуй! Дайте вы патефон-то, нахуй! Да, блядь! Да нахуй отдай, блядь, зеки, все, мы поехали. Давай, Голубь, блядь, перезагрузи его еще. Ты покемон, ебаный, иди сюда. Жека, отдай, блядь. Отдай барабан, блядь. Где Цешка, блядь? Да, Цешка там. Отдай, блядь, быстро тебе говорят. Отдай. Какой? Иди сюда. Иди сюда. Да, магнитофон у нас. Ты ебал нахуй, блядь. Это, Жека, ты не приносил его? Жека, блядь, патефон нахуй я оставил. Он чей, ебаный. Хоть радио, блядь, послушай. А так, блядь, нихуя ничего нету нахуй, ебаный. Сидишь как, блядь, глухомань нахуй. Голубь, давай забирай у него магнитофон. Ты десятки. Давай, давай. 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 Отдай, говорю, ебаный. Мне подскажут, ребята. Андрей, говорю, отдай, ебаный. Я призу тебе подам. Другой, нахуй. Ты пропьешь его, блядь? Бля. Мы уехали. Сиди ровно. Голубь, Серега, Паха, до воскресенья. Воскресенье приеду. Дождя не будет, можешь им пожарим. Блять, здесь, блядь, не радио, не голубь. Ничего нет. Все, чао, какао. Ну все, поехали. Да-да-да, приеду обязательно. Приеду! Все, ребят, поехал. А, сегодня нет уже! Говно, аккуратно. Сегодня нет уже! Нет, денег нет уже! Все раздали, даже Жека, блядь, поучаствовал. Ну все, ребят, поехали, сейчас Рыжика где-то увезем. Жека увезу. И... Ты включился. Там у тебя еще возле дома водка, понял? Ты не помнишь, что я знаю. Ну все, поехали. Давай, давай, давай. Все, ребята, они здесь ждут, мы поехали, сейчас их уйдем. Паха! А. Домой? Домой. Все. Паха сказал. О, дед сказал, Паха сделал нахуй. Все, ребята, включимся там. Рыжий, а? Ребята, приехали в бункер. Рыжий, иди водки дай ему. И себе возьми. Дедушка домой приехал, да, дедушка? Хоть. Ага. Хоть. Мозги хоть не будут выносить. Возьми себе там и деду два пузыря. А? Рыжий. Я мог бы, блядь. Или здесь встань еще. Скажи, блядь. Пашка, помоги мне открыть квартиру, блядь. Да хули, если был бы паспорт, я бы... Не, давай, давай, если бить бросишь, я тебя закодирую и паспорт восстановлю тебя, все. Кодировать меня не надо. Ну, а пьяный, ты видишь, дед, я же не буду. Я тебе сам брошу. Когда ты бросишь? Да хоть завтра. В воскресенье бросишь? Тогда держи Рыжиковскую. Сейчас Рыжим удар. Дед завтра бросает на это тебе кофту, дедушка. Так, шмотки возьми. Рыжему нахуй не нужны они сейчас. Да. Дед, ты давай переодевайся, там светильники, бабушку ищи, делай. Может, бабушка тебе какая там это. Спичек. Дед, на. Ой, нахуй. Охуе, вот выебывается дед, блядь. Как деда? Я понимаю, нахуй. Да хуя у меня есть. Спички, соль себя бери. Три пачки. Три пачки. На 20-й минуте Жека отжал деда нахуй. Да пусть берет, пожалуйста. Да бери, бери. Да не, где-то есть, я куплю. Бери, ебану нахуй. Если дают, значит бери. Ну так, сын, блядь. Даже бабушка испугалась, хотела пройти, услышала, где-то орет нахуй. На, бери. Рыжий, забыл, сука, спрятал нахуй. Бери. Все, рыжий, водку забыл, спрятал нахуй, дед, пиздец. Найдет. Да?
Найдёшь. Я пачку сигарет дал, там 800 рублей, а он выкинул её нахуй. Не, блин. Вот это дают мне. Когда выкинул? Сейчас. Ну, вот я тебе звоню. А, вот когда тебе звоню, он дает мне. Я хули закурил, пачку смял и выкинул. Нашли бы там? А потом кричит, блядь, же там деньги. Нихуя ты дед, блядь, раскидываешь деньгами. А я хули, я откуда знаю, что он прячет сигареты? Блядь, дед нихуя не знает опять нахуй. Да я-то знаю. А как же не знаю, блядь. Не, но он бросил, я хули смял последнюю. Сигаретку. Ты все, рыж там закопал деньги, водку и все, пиздец, пропал. Вовка, мы поехали. Все, дед, спасибо всем. Огромное. Да-да. Как его? Может, кому-то надо? Надо будет. Сейчас, дед, нет, ты где жил-то, блядь? На, в Тюмени. В Тюмени. Сейчас рыжий придет. Ты... Чёр! Какие ушки? Пошли, дед, искать, блядь, рыжего нахуй. На чё? Потерялся? Туда далеко заходил там, блядь. Блядь. Ну, рыжий паскудник заныкал, блядь, и все нахуй. Ребят, сейчас они вырежут все деревья нахуй. Ёбаный рот. Как тебе, блядь, по-другому, блядь. Ребят, представляете, три пузыря водки нахуй. Да водка. О, блядь, я знаю, где это. Давай ты ищешь, да? Не, он далеко уходил откуда, он издалека уходил. Он куда-то уходил. Спасибо, пани. Давай там, сейчас сядите с рыжим, передайте перед этим. Давай. Сейчас, рыжий, так он найдет водку. Ты иди пока шмотки-то унеси себе бомбулюк, сброси. Да. Куда ты скажешь это? Курточка-то это рыжиковская, а ты эти вещи возьми себе. Блять, рыжий. Паскуда. Сейчас найду. Куда-то он здесь, блядь, далеко уходит, вот здесь где-то. О, нашел. Нашел? Кого нашел? Нашел, ебаный, блядь. Как, блядь, доскидал что-то, блядь. Что он же? Рыж, ты же, блядь, отсюда. Пошел бы нахуй. Рыж, ты спрятал, блядь. Так ищи, я откуда знаю. У тебя вон пузырь там есть, у тебя хули. В кармане стоит там. Да у меня-то есть. Деньги, все, деньги не потерял, хоть? А? Деньги не потерял? О, блядь, рыжий пьяный. Падает, но... Что думаешь, если я пьяный, так и... Не, я говорю, ну, может, потерял там, выронил. Ты же 100 рублей выронил, блядь. Плясал, блядь. Да с этими блядями. Чё это? Они нахуй не нужны. Нахуй, блядь, жор, блядь. А хули, чё жор здесь, блядь? Нихуя, блядь, это истерика же, блядь. Рыжий, сейчас... О, блядь! Бери, сейчас, бери пилу нахуй, дед, неси пилу, выпиливай будем в лес нахуй. Да. Я же лесник. Тем более, вот давай попробуй где найти. А где его взять-то? Три пузыря тут. Ты что, дед? А где-то у его найдет. Три бутылки. Нашел? Найдет. Бля, рыжий, ты куда-то, блядь, у тебя какая-то значка должна быть, блядь. Ты что? Че, дед, устал, что ли? Да спина болит. Не, рыжий, давай, ты здесь был далеко, рыжий. Там близко не ходил. Все, ребята, шел второй час, мы все еще ищем. Вот, дед, заболеешь с похмелья, будешь искать здесь. Я не буду. А что, знаете, здесь три пузыря. Выпить захочешь, найдешь, хули. Ну, буду искать. Ну, не знаю, куда он спрятал. Даже Жека уже ищет. Не, далеко же куда-то не уходил. Он сюда куда-то уходил. Че? Я думал, бля, мандавошки, что ли, от тебя прыгнули на меня.
От меня у меня нету. Да хуй, я подумал. Какой-то что, блядь, бежит там. Че? Лось, что ли? Лось ломает нахуй. Нихуя вот. Это вы. Где-то здесь он куда-то сюда, отсюда он вроде убегал. Да пока, а дай, а, ты курточку-то возьми, курточку-то свою возьми у деда, кожаную. Да я возьму. Тогда я не твоя курточка, а ты в чем? Да я знаю. Твоя курточка же. Твоя же курточка-то. Одевайся, блядь. Твоя же курточка. Твой же всегда, блядь, ударим возможности, главное верить. Давай, бежом, пока. Короче, ребята, пузыри не нашли. Остаются, блядь, не знаю, тут они, блядь, ребята, ну это в лесах пока, зимой, наверное, пока все. Дед, короче, где-то здесь три пузыря. Запомни, похмелиться захочешь, найдешь. Да я... Блин, как бы да? Дыть бы ему, блядь. Ну, вот так вот, да. Да, нахуй. Да не. Все, рыжий, поехали тогда. Да. Давай. На, рыжий, тебе еще, блядь, не полтинник последний остался, на тебе, до кучи там, добей. Поехали, все, нахуй, тебя пузыря хватит, рыжий. Все, дед, мы уехали. Дед, пока скажи. Пока всем, ребята. Ну все, ребяточки, мы поехали. Рыжего сейчас к сестре увезем. Давайте, пока. Что-то рыжий там, Женька, шепчется, они, походу, пузырь запрятали, нахуй. Что, нашелся? Да нет. Ребятушки, ну вот пока доехали, вот смотрите, колесико лоб проткнули. Бабушка сидит, говорит, не надо, говорит, грешить, да, бабушка? Вот, ребята, нагрешили, блин. Баллоник подходит, только два этих отрывает, видите, почему не откручивают меньше. Так что, ребята, сейчас пошел рыжий за ключом. Ну все, ребята, колеса поменяли, рыжий охуевший, даже 2 метра не мог пройти, ребят. Охуевший, его везде. Давай нахуй бегом и прыгай нахуй, рыжий, чтобы на ходу выскочил. Куда тебе рыжий сейчас? Сюда заворачивай, отсюда. Сука, рыжий падла, блядь. Ребята, рыжий, он пошел домой, блядь. Вы говорите, говорит, рыжий, поможи себе пока. Все, давай, рыжий, мы поехали, попрыгай быстрее на ходу нахуй. Давай, быстрее нахуй, давай как ковбой Мальборо нахуй. Дверь закрывай, блядь. Паскудник нахуй, рыжий, блядь, напился уже, падла, блядь. Все, ребята, мы поехали. Ребятушки, все, рыжка высадил, Жека высадил. Поехал, блядь, товарищ на 101-м. Сейчас заодно сразу же сетки заеду, посмотрю, их там товарища заберу там. Помочь им. Нет, не включу, что на 101-м заеду. Светки, посмотри, что там будет. Ребятушки, приехал к Светке. Привез там денег не стал, Кать не стал, и мне не брать. Взял он покушать, да водочки подкину сейчас. Светка! Какие здорово, блядь! Где же тебе? Где ты, друган? Кто? Ты где же я ушла, ты тебя еще с самого утра сегодня, ё-моё. Так, блядь, я хули, я вижу. Как дела дома? Что такое, так у тебя взрослый? Здорово, здорово. Там взял это. Как чё? Выпить, сигарет не взял, денег нету. Пожалуйста, купил эту фотку. Пока. Знаешь что, блядь, у нас проблема, понял? Что случилось? Надо за квартиру платить. Ну. Нам нет. 2000? Да. Вот. Катя, слышала? Слышишь, что надо возрядать срочно, вот зашел в твоей. Ну все, ладно. Понедельник, вторник, последний срок, все. Ну. Все хорошо, ну присаживайтесь. Присаживайтесь, у меня сразу деньги. Понял, я услышал. Ты что, не работаешь у меня, что ли? Почему я-то работаю? Так сегодня ты не работаешь? А сегодня нет, сегодня остался дома, встали с ними. А, меня же, да? Я думал, да. Я не приеду, что ли, блядь. А где ты напился-то уже, блядь? Паскудник. Соседям там. Что, кинчик смотрите, что ли? Они музыку слушают там? Нахера себе? Нет, там. Как дела? Свет приходится пока здесь. А кошка ваша здесь? Да, да, тоже в дому. А что, все, в ту квартиру-то не вернетесь, нахуй? Да, зачем нужна? Нормально, у тебя просто отдать надо, все, понял, ладно, я спрошу. Ладно, что, поехал я тогда. Хули, заскочил к вам, блядь. Думаю, хули, куда я? Ах, денег, дай, пожалуйста. Да денег, блядь, хуй без денег, я вижу, даже сидит где-то, блядь. Ты что? Да, опять как-то завтра. Как-то, блядь, завтра, не знаю, получится, не получится. Где ты хоть работаешь-то? Сейчас здесь, на полигоне где-то. На свалке, что там? Да. Угу. Ты тоже работаешь? Тоже работаешь? Тоже ездит, да что делать? Нихера себе, блядь. А что сейчас делать-то, что, блядь? Как-то надо жить. А что, блядь, на трубу нахуй возвращайтесь? Не. Все? Какие трубы? Сейчас кто такой тебя? Телевизор. Электриса, Тори, Бали, все. Сейчас был, блядь, у бульдога, у этого нахуй, у как его, у голубя нахуй. Голубь там, блядь, голуби дом продают нахуй. Ну, голубь я уже продаю, да.
Они там все у него живут, я знаю. Нет, на трубу в голубе только он один сейчас. Они у голубе все живут там все. А? Нет, сейчас был. Да, нет, там потому все там они там связались этим. Ну это. Ты знаешь, я знаю. Вы-то бываете в Азбесе вообще, нет? А? В Азбесе-то бываете? Да? Да? Нет, нет, это вообще. А что это? Вы едете за покупками, что ли, блядь? Что за покупками? Нет, блядь, старину вспомни, блядь, да, тряхнуть. Паха, ну сколько денег есть сейчас? Да вообще, я тебе говорю, вообще нет никакой денег, вообще пустой, блядь. Я вот, видишь, побезнал, думал вас тут снять, а хуй тут нету, я вам вон купил потом продуктов, блядь. Хотел вам снять, хуй, но нету, блядь. Бункер хоть привез. Да, конечно, привез, блядь, нихуя, да? Отцы. Ладно, погнали, иди закрывайся со мной. Ладно, все, давай, до воскресенья. Давайте, все. Отцы, много не бейте, блядь. У вас соседи тут веселятся, что ли, да? Больше тоже чаю. Да. Я говорю, сиди, веселятся у вас тут? Бля, как у вас тут нахуй? Замуровали, блядь. Я чего закрыл дядю, чаю? А, я закрыл. Ну, блядь, я ну все, давайте до воскресенья. Давай. Давайте, пока. Давайте. Ладно, ребята, что, поехал. Вот видите, уже деньги начинают просить, блядь. Ладно, все, ребят, пальцы кверху. Подписывайтесь на мой канал, группу ВКонтакте. Поехал, он товарища забрал, сейчас с товарищем поедем. Ну все, ребятушки, давайте, пока.